Георгий Индиладзе, более известный в преступной среде по прозвищу Тава. Власти Греции обвиняют его в создании ОПГ. Стало известно имя задержанного накануне в Афинах вора в законе. Им оказался грузинский законник Георгий Индиладзе, более известный в преступной среде по прозвищу Тава. Власти Греции обвиняют его в создании преступной группировки. Ранее преступная Россия сообщала о том, что полиция Греции задержала главаря местной банды, который является уроженцем Грузии. Группировка, которую возглавлял Тава, специализировалась на кражах из квартир. Известно, что задержание проходило в рамках спецоперации. Всего арестованы трое мужчин, включая вора в законе, и одна женщина. Греческие полицейские изъяли украденные вещи, а также оружие и бронежилеты, которые злоумышленники использовали во время налетов. По информации местных СМИ, банда обчищала квартиры в течение 2 лет. В целом стоимость украденных вещей оценивается в 200 000 евро.